Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Маленькая заметочка, которую я сегодня озвучу, называется «Тайна двух восьмерок» или «Размеры футбольных ворот». Она была написана 12 апреля 2010 года. Итак, начинаю. Это было 5 лет назад. Мою встречу с двумя патриархами украинского футбола организовал один из сотрудников кафедры футбола Киевского университета физкультуры. Встреча состоялась в аудитории кафедры футбола. Мы активно обсуждали востребованность новой футбольной идеологии. Кто-то из присутствующих упомянул о высоте футбольных ворот, озвучив цифру 240 сантиметров. А дальше произошло неожиданное. Патриархи начали спорить, решая, какая цифра является истиной – 240 сантиметров или 235 сантиметров. Я не верил своим ушам. Рассказывая об этом случае, меньше всего хочу кого-то обидеть, да? Идея написания этой заметки родилась по причине того, что, как оказалось, размеры футбольных ворот знают или помнят не все. Что же говорят футбольные правила о размерах футбольных ворот и их расположении на футбольном поле? Футбольные ворота, согласно правил, должны размещаться по центру каждой из линий ворот. Ворота состоят из двух вертикальных стоек, расположенных на одинаковом расстоянии от угловых флагштоков и соединенных вверху горизонтальной перекладиной. Расстояние между стойками должно быть 8 ярдов или 7,32 метра. А расстояние от нижнего контура перекладины до поверхности земли 8 футов. То есть 2 метра 44 сантиметра. Длина ворот 8 ярдов, высота ворот 8 фунтов. Очень легко запомнить. Кстати, в течением Шеффилдской футбольной ассоциации, футбольная ассоциация Англии приняла правило, предписывающее оборудовать футбольные ворота жесткой перекладиной. До этого вместо перекладины была ленточка. В 1881 году на футбольных воротах появилась сетка. Толщина стоек и перекладины одинаковы – 5 дюймов. Ширина линии ворот также равна 5 дюймам. Стойки и перекладина, согласно правил, должны быть белого цвета. И последнее – деление ворот на сектора или квадраты. Иванов пробил точно в девятку с линии штрафной площадки. Это как раз из этой оперы. Самое распространенное и общепризнанное деление – это деление на 9 квадратов. Нумерация идет снизу вверх и слева направо. То есть нижние углы – это 1 и 3, а верхние – это 7 и 9. Так что попасть в девятку можно только ударив в правый верхний угол. На самом деле сейчас принято считать, что девятка – это верхний угол ворот. А какой – абсолютно не важно. У меня все, господа.